Без їжі, світла та води. Так уже понад 3 тижні живуть люди в Маріуполі. Нам вдалося зв'язатися із керівником місцевої телерадіокомпанії паном Миколою Осиченком. Він зараз з нами у скайп-зв'язку. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Доброго пане дня. Миколо, де ви зараз є? Чи ви знаходитесь у безпеці? Знаю, що вже покинули Маріуполь нещодавно. Дивіться, так, ви праві, я знаходжусь у безпеці. Я перейду на русский язык по двум причинам. Меня, может быть, немного плохо видно, но смотрите, дело все в том, что в Запорожье действует тоже режим светомаскировки в темное время суток. Зараз вас взагалі не видно, насправді. Взагалі не видно? Так, щось не видно вас стало. Якщо хлопці зроблять 2 окошечка, тоді буде видно. Потому что у меня подсветится это, вот, теперь видно, да? Да, я нахожусь в Запорожье в темное время суток, с наступлением темного времени суток, как я думаю, по всей стране почти, режим светомаскировки. То есть в зданиях отключают освещение, вот, люди готовы каждую секунду бежать в укрытие. Вот видите, да, оно есть у меня. Этого не нужно делать, поэтому я стою, говорю с вами. Действительно, я нахожусь в Запорожье, в безопасности, и слава Богу, сюда едут десятки тысяч людей из нашего города. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, более 3 недель реальная гуманитарная катастрофа. Это даже уже, наверное, тяжело назвать гуманитарной катастрофой. Это ад. То есть люди живут в аду. Я в аду в этом прожил 2,5 недели, я и вся моя семья, включая детей, родных, ну, всех, кто там был, да, что более 3 недель уже будет цивилизация в принципе. Первым отключилась, то, как разбили основную подстанцию города, она по сожалению не подключилась. После того, как отключилось электричество, отключились насосные станции, водок, то есть город остался без водоснабжения, и потом соответственно, город остался без тепла. Через еще пару дней сдохли вышки мобильные. Город оказался в информационном вакууме полном. И даже вот сейчас люди, находящиеся там, что происходит с цепью? Какой прогресс боевых действий? Какие договоренности? Этого ничего нет. Люди пытаются выжить. Не более того. Они пытаются выжить. Самое важное. Ну, то есть, людей нет. И стоит, для них сейчас самое важное, это, то есть люди пытаются сохранить жизнь своих. Вот как-то так. Ви кажете, що там спочатку відключили електрику, відповідно, насосні станції після того перестали працювати, не стало води. Як люди дістають їжу, харчі? Наскільки це реально? Де вони їх беруть? Чи все, що є, це все-таки зі старих запасів? Як це все відбувається? Смотрите, большая часть это на самом деле из старых запасов. То есть люди, понимая, что к ним подходят боевые действия, люди пытались сделать какие-то запасы, как они думали, ненадолго. Да? То есть там каши, крупы, вермишель, картофель. Это первый. Мы должны понимать, что с активизацией боевых действий возле города полностью прекратилась логистика. То есть прекратилась поставки топлива, чего бы то ни было. И город остался фактически сам на сам с вот этой вот бедой. То есть, что люди едят, вот по состоянию на сегодня, я вам могу иллюстративную такую штуку дать, да, то есть я как работник медиа, я привык рассказывать только то, что видел сам, либо знаю сам. Иллюстративная штука, сегодня из города удалось выйти одному моему сотруднику, именно ногами выйти, потому что у него автомобиль, никакие сонные автобусы в город не пропускают. Соответственно, люди, отчаявшиеся, голодные, вынуждены ходить из города нога в сторону там Мелекина, Мангуша, ну, скажем так, в сторону Запорожья. Идти долго, идти по холоду, идти, опять же, обессиленные полностью. Так вот, мой сотрудник, который вышел, он сегодня выходил с женой и с 2 детками. Старшему 6, младшей, по-моему, 2.
по состоянию на сегодняшний день он и его жена не ели уже три дня. Ничего вообще. Они пили по чуть-чуть воды, то есть, чтобы не умереть. А любую еду, а это были там, слушайте, ну, там какие-то несколько кусочков сала, там еще что-то, да. Эту еду они просто делили между детьми, чтобы дети хоть что-то ели. И ситуация такая, она там повсеместна на самом деле. Мы должны понимать, что там очень много стариков. Старики лишены медикаментов, у них нет медикаментов обслуживания. Вот я писал интервью в центре с переселенцами здесь. Дело в том, что запорожская власть, местная, областная промышленность, здесь комбинат «Запорожсталь» большой, да, они организовали совместные центры для приема беженцев. Потому что мы должны понимать, что люди выезжают оттуда, остаются свои там. То есть вещи, все, что нажито было за все эти годы, всем уже наплевать. Важно выжить. Так вот, я сегодня ездил в эти центры с людьми, и люди мне рассказывали тоже, на самом деле, как они жили эти недели, все эти дни. И они рассказывали в том числе, что во всем городе. Ни одного целого здания уже нет в принципе, но их нет. В лучшем случае это дом просто с выбитыми стеклами. Это еще большое счастье, если есть какие-то стены. Так вот, рассказывала женщина, что на улице было минус 8, у них дома было минус 5. Они спали при минус 5, утром просыпались, разжигали маленькую печечку, которую они делали сами, и готовили прямо в квартире на этой печке. Готовили что? Они пытались разогреть хотя бы немного воды, чтобы можно было залить крупу водой, чтобы она настоялась там за несколько часов. И у них было немного муки. Они эту муку просто смешивали с водой, пекли такие вот своеобразные лепешки. Да? Вот люди живут вот так. Мы, даже вот я еще пока был дома, мы безумно радовались тем домам в какой-то день, когда... Снег выпал возле дома, и мы радовались ему как дети. Но мы радовались не потому, что мы любим Новый год там или еще что-то, нет. Мы, как здравомыслящие люди, понимали, что это вода. Мы выбежали во двор и под обстрелами набирали в ведра снег, трамбовали его максимально плотно, заносили домой. И вот мы ждали два дня, пока растает снег этот. И дай бог, что вам не пригодилась эта рекомендация. С ведра плотно утрамбованного снега получается воды где-то вот на 2-3 сантиметра от дна. То есть очень мало воды. Но это была чистая вода, талая вода. До чего мы еще дошли там, даже мы уже до этого дошли, хотя мы уехали 15 марта. Мы дошли до того, что мы сливали воду с отопительных систем, с батарей. Другой воды нет, да? Мы сливали воду с отопительных систем, пытались прокипятить и пили, хотя ее пить, да, там очень много травок добавляют туда, чтобы она не замерзала. Хотел бы сказать большое спасибо ребятам, мне передавали люди сегодня, ребята с водоканала, с Мариупольского городского водоканала. У них была вода, но они ее не могли подать людям, да, они набирали ее в водовозы. И эти водовозы они возили по убежищам города, где, ну, смотрите, в каждом убежище пряталось от 1000 до 2000 людей, в том числе под Мариупольским драматическим театром тоже. И они привозили туда воду днем на водовозах этих и выдавали людям. А вы должны понимать, что передвижение по городу, в принципе, это русская рулетка, причем русская рулетка в прямом смысле этого слова. Обстрелы в любой точке постоянно. То есть нету какого-то часа, что ты можешь там выждать. Нет. Просто везде постоянно летит все. Мины, артиллерия, системы реактивного залпового огня – это то, чего уже люди не боятся. Основной страх людей – это самолеты. То есть самолет – это то, что тебя вводит в животный страх. В абсолютно животный неконтролируемый страх, потому что ты понимаешь, что от самолетной ракеты ты не спрячешься нигде. А у меня, вы знаете, вот самое жуткое воспоминание, которое я пронесу его с собой, видимо, всю жизнь, я не смогу его вытереть никак. Это вот чувство этого бессилия тебя, как защитника семьи, как отца, потому что когда ночью летал над домом самолет, мы все спали, разумеется, максимально близко, да,
я накрывал телом своего сына, и я абсолютно трезво отдавал себе отчет, что я ни хрена этим сделать не смогу. Я не помогу ничем, ни ему, ни себе, но сыну так было спокойней. И он засыпал. А я, ну, я понимал, что если, не дай бог, ракета при наш дом, то все. Вот такие штуки. Знаєте, дуже складно і страшно чути таке, що це відбувається в 21 столітті в центрі Європи, коли люди просто три дні нічого не їдять, з чого ви починали свою розмову. Вже може бути таке, що і тиждень нічого не їдять і не мають що пити. І через це просто пішки йдуть кудись далі. І коли ти розумієш, що ти абсолютно беззахисний, тому що кожної миті може щось прилетіти до тебе, і ти не можеш з тим нічого зробити. Ви кажете, що постійно йдуть обстріли. На цих вихідних було повідомлення, що Маріуполь обстрілювали що 10 хвилин. Як з повітря, так і артилерія. Неправда. Знову ж таки, Неправда. Смотрите, ніяких що 10 хвилин немає. Каждую минуту. Ну, то есть это не прекращается просто. Это было даже вот 15 числа, когда мы выезжали с города всю ночь под нашим домом. Падали ограды, снаряды. Пару раз самолет отрабатывал где-то очень близко к дому ракетами. А если у тебя ракета падает близко к дому, дом вздрагивает, подпрыгивает весь. И мы выезжали даже когда, да, здесь же важно понимать, что когда ты выезжаешь, ты подвергаешь себя колоссальному риску. Ты едешь по городу к выезду из города, при том, что обстрелы, прилеты не прекращаются просто ни на секунду. И упасть может где угодно. А дорог по городу уже некоторых нет, потому что нет. Бомба самолета падает, то воронка диаметром метров в 10. А на центральных дорогах на некоторых воронки такие, да. Объехать ее никак. Проехать по ней никак, потому что глубина метра 3-4-5. Як ви... да. І хотіла перепитати, як ви виїжджали саме? Кажете, що ще ніби 15-го це було можливо зробити. Як ви це зробили? І знову ж таки, під обстрілами, без жодного там чи гуманітарного коридору, чи тому подібного. Як вам це вдалося? Смотрите, тут наложилось кілька факторів. Да? Фактор номер раз – це те, що ми розуміли, що ми не виїдемо в этот день. То, видимо, все. Почему? Потому что мы выезжали 15-го, 13 марта под наш дом, как мы потом посчитали, в 50 метрах от нашего дома, днем отработал три раза самолет ракетами. Соответственно, во всем нашем доме не то, что вылетели стекла, у нас повыкручивало металлопластиковые рамы, и межкомнатные двери просто летали по всему дому от этой взрывной. То есть мы поняли, что, ну, во-первых, мы поняли, что мы уже все должны будем спать в подвале, и что даже там, видимо, будет спать небезопасно. От ракеты подвал не спасет. Никак. Я имел мгновение каждый день выходить на 10-й этаж своего дома. Там можно было поймать мобильный тип. Для чего я это делал? Во-первых, сообщить там родителям тем же, что я жив и что... А второе, я пытался каждый день записывать маленькие видеоблоги о том, что происходит на самом деле в городе, да. То есть я даже голодный и немытый, но медичика не никак. Соответственно, вот по этим блогам даже было видно, как менялось мое лицо. Как оно зарастало щетиной. И так далее. Так вот, я поднялся 14 на 10 этаж дома и поймал сеть, мне посыпались сообщения, и что они уже едут в сторону Запорожья, что можно выехать на самом деле. Я собрал собрание жильцов нашего дома, мы поговорили, и большая часть согласилась с тем, что нужно ехать день с утра. А мы собрались, уже были готовы ехать, и вот всю ночь, пока мы спали, всю ночь по дому, рядом с домом, отрабатывали всем, чем только можно. То есть мы фактически не спали ночь, утром быстренько попрыгали в машину, поехали, часть семьи осталась дома по разным. На самом деле, у всех они уважительные отчасти. Забегая вперед, скажу, что
три дня они в панике покинули дом все, потому что разбило несколько этажей дома. Ракета пробила подземный паркинг, ну то есть там уже была прямо жесть. Соответственно, мы выехали, и вот у нас дом в самом центре был. И для того, чтобы доехать до выезда из города, ну, нужно проехать через полгорода, да. Я вам скажу, это жутко. Это жутко не только потому, что где-то рядом летает, падает. Это все уже привыкли, это стало обыденной, дикой, да. Для нас было большое счастье, что мы едем, в сторону, может быть, жизни, да. Жутко было то, что мы ехали по городу, где иногда на машинах лежали мертвые люди. И учитывая, что в каждой машине были детки, ты всегда хотел отвлечь ребенка. Ты показывал, посмотри на солнышко, посмотри на другую машину там, займись чем-то, да, вот дай мне то-то, чтобы только ребенок не смотрел по сторонам, чтобы он не запомнил город, в котором лежат мертвые тела детей, женщин. Вот. Мы выехали из города, и первый блокпост русский был уже на мат. И вот, смотрите, у меня дорога до Запорожья, мирное время, она занимала 2-2,5 часа. Я люблю ездить быстро. В тот день мы ехали 15 часов. Мы ехали 15 часов по нескольким причинам. Первая причина, 15 марта выехало около 2000 автомобилей, да. И выехали плюс-минус в одно и то же самое время. То есть люди, не сговариваясь вообще, они сформировали колонну машин. На этой машине, на окнах, на всех были таблички «Дети». На всех ручках автомобилей, антеннах, дворниках были привязаны белые тряпки, потому что мы очень верили в то, что это нас может спасти от огня. Да? Вторая причина, по которой мы ехали долго, это количество блокпостов русских, начиная от Мангуша до Постелевки. Это очень много блокпостов. Тебя на каждом блокпосте как минимум проверяют документы, как максимум проверяют мобильные телефоны, смотрят галерею, фотографии, смотрят твои вещи. У меня вот, например, ощупывали указательные пальцы рук. Когда я спросил, зачем, они сказали, что ищут у меня мозоли от спускового крючка. Да? То есть не являюсь ли я военнослужащим или же из националистических батальонов. Да? Вот. Но вы знаете, вот ту дорогу мы ехали, я вам честно скажу, такая подробность нелицеприятная, но она важная для понимания ситуации, для понимания вот этого вот ужаса всего. Дело все в том, что ну вот люди все, которые ехали, они не мылись как минимум 2,5 недели, потому что вода – это был самый ценный ресурс в принципе. На втором месте еда, на третьем месте топливо. Соответственно, и мало того, что эти все люди не мылись, эти все люди были настолько напуганы и настолько хотели доехать. Вот все это время, 15 часов, ну, на моих глазах в туалет не сходил никто. То есть все просто медленно, но ехали. А когда уже, допустим, мы стали на каком-то блокпосту и хотели сходить в туалет, а там уже выходить запрещено, да. Где-то выходить даже не сильно можно, потому что мины. Ну, то есть вот такая штука, это дорога жизни, это дорога абсолютно отчаявшихся людей, да. Но это люди, которые ехали навстречу чему-то. Вот я вам даже сейчас расскажу, чему. Мы приехали в Запорожье, мы приехали ночью уже. Несмотря на комендантский час, он здесь с 20 часов, на въезде в город нас встретили копы. Колонну разбили на несколько частей, потому что она очень большая. Развезли нас по логистическим центрам приема беженцев, а точнее распределения беженцев. Такие центры областная, городская власть и Запорожсталь, они построили в гипермаркетах, да, то есть чтобы там было очень много места. И были большие стоянки для автомобилей. Заехав туда, слушайте, это уже было какое-то счастье, то есть ты въезжаешь, во-первых, там очень много людей, во-вторых, там не летает самолет, а в-третьих, там есть горячий чай, кофе, теплый туалет и горячая вода в Каране, да. А после этого центра нас привели в центр приема уже беженцев, это платформа спильных дней, которая до войны
была общественным союзом при Запорожстале. Сейчас это именно центр приема беженцев. И вот там я вам скажу, я практически чуть не расплакался. Я не плакал только лишь потому, что был сын со мной, жена. Ну, то есть мне этого нельзя делать. Так вот, там нас встретила горячая еда в ланчбоксах. Мы 2,5 недели. Какой-то это пирожки, теплая постель, душ. То есть, но это, слушайте, когда люди готовы плакать от того, что получают элементарные блага цивилизации, мне кажется, это же... Чи багато людей ще залишилося в Маріуполі? Ми розуміємо, що от виходять пішки, їдуть колонами, як мінімум там до 15-го числа. Наскільки багато людей там є нині? Слушайте, едут колоннами и сейчас тоже на самом деле. Но мы должны понимать с вами, что для того, чтобы ты выехал на автомобиле, ты должен вытащить 3 счастливых билета в этой жизни. Первый счастливый билет — у тебя должен быть автомобиль. А ведь не всех вот счастливый билет. Ты должен все эти недели был как-то сделать так, чтобы твой автомобиль остался целым. Потому что обстрелы, прилеты, автомобили выгорают, взрываются, пробивают. А третий счастливый билет – это бензин. У тебя должен быть бензин. Вот. Так вот, все эти десятки тысяч людей, которые в Запорожье выехали уже, это вот именно те счастливые, которые вытащили все 3 счастливых билета. А те, которые продолжают выезжать сейчас, я видел те автомобили, на которых приезжают люди. На некоторых нет даже лобового стекла. То есть они просто едут по дороге без лобового стекла, потому что оно выбито. Чего-то, но они едут лишь бы как, но едут. А к вопросу, сколько осталось людей, смотрите, я слышал абсолютно разные цифры, да, абсолютно. Я буду оперировать теми подсчетами, которые сам, на основании того, сколько людей жило до войны, на основании того, как бы там ни было, это был центр для стекания, скажем так, всех переселенцев из Донбасса, которые с 2014 года покидали свои дома. Очень много их, нас, потому что я сам тоже оттуда на самом-то деле, да, приехали именно в Мариуполь, потому что очень близко к Донецку. И именно из Мариуполя мы на самом деле сделали, вот очень часто упоминал это мэр города, витрину восстановленного украинского Донбасса. Да. А так вот, по моим оценкам, сейчас в год 250 тысяч мирных жителей, которые требуют, чтобы их вывезли. И из этих сотен тысяч мирных жителей, вы же должны понимать, что десятки тысяч детей живут сейчас в убежищах. А еще важная штука, что беременность женскую никто на паузу во время войны не ставит. И женщины продолжают рожать. В подвалах, в квартирах без стекол и угодно. То есть... Очень много людей, я же вам говорю, что ну как минимум 250 тысяч людей там. Это самые незащищенные слои населения. Это молодые мамочки, детки, бабушки, дедушки. Это те, кто выехать могут сами. Ви розповідали про те, що коли виїжджали, то було дуже багато трупів людей навколо. Розстріли відбуваються постійно навіть мирних жителів. Не дивляться на хто це, чи військовий, чи ні. Як діють росіяни? Ну, це несколько правильно поняли. Це не розстріли мирних жителів. А смотрите, мирні жителі вынуждены днем, многие вынуждены передвигаться по городу в поисках воды любой. Это может быть вода из родников. Это может быть вода, не знаю, из разбитой квартиры какой-то даже, вдруг, ну, вот. Это может быть какая-нибудь еда, то есть, это могут быть дрова, за которыми вышли люди, чтобы разжечь костер возле дома, да, потому что газа-то нету тоже. То есть люди готовят еду на кострах. Так вот, это тела тех жителей, которые попали под эти непрекращающиеся обстрелы. Это тела тех жителей, которых убило осколками, взрывами, взрывной волной разморжило об стену.
То есть вот это эти жители. То есть это было еще до ближних боев в центре города. Те, что вот прямо сейчас идут. Да? Это было вот до того. Я знаю, что вот у меня тоже, у меня на интервью мне встречались люди, и они рассказывали, буквально сегодня мне рассказывали, вчера, мне рассказывали о том, что жители домов многоэтажных, они закапывают своих соседей на полметра земли. А это соседи не только погибшие от обстрелов, это люди, погибшие от инсультов, от сердечных приступов, от диабетической комы, вот, от холода, от голода в конце концов. То есть соседи закапывают своих людей во дворах и ставят таблички самодельные, чтобы потом когда-нибудь родственники смогли их найти. Почему закапывают только на полметра в землю? Потому что у людей уже сил нету. То есть, чтобы выкопать могилу глубокую, нужны силы. У людей сил нету. И они просто пытаются отдать последнюю дань этим людям и закапывают их, ну, хотя бы вот так. То есть, уже весь город наполнен могилами самодельными мирных жителей. Я вас чому ще запитувала про розстріли мирних жителів, тому що була і така інформація, де на очах навіть у дітей подібне траплялося. Можливо, ви знаєте щось про це? Смотрите, ну здесь на самом деле я как работник СМИ, да, и я вам скажу больше, я мало того, что работник СМИ, а я еще и преподавал до войны в Мариупольском госуниверситете на факультете журналистики. И я учил журналистов всегда оперировать только фактами, да. Ну, то есть я вам скажу, я такого не видел, поэтому я здесь вам его не подскажу. Но, опять же, я ведь видел очень мало. Я практически не выходил из дому, потому что я понимал категорическую ответственность свою перед ее, что если, не дай бог, со мной что, они уже выехать не смогут точно. Поэтому я, ну, рисковал, но пытался сохранить, скажем так. Гаразд, про інформаційну блокаду. Наскільки можливо зараз і реально мешканцям Маріуполя дізнатися, що відбувається в Україні? От ви кажете, що ще там станом на 14-15 число могли вийти на багатоповерхівку і те ловив інтернет, щось можна було глянути. Яка ситуація нині? Смотрите, на даний момент ситуація не змінялась взагалі. Поменялось только то, что многоэтажек стало меньше, потому что, ну, многие многоэтажки поскладывались как карточные домики, да, то есть их уже... Но, выйдя на верхние этажи зданий, поймать интернет можно и поймать сигнал можно. Но есть вторая проблема. Электрики там нету, соответственно, подзарядить мобильный телефон – это только этот... То есть ты должен либо пойти в больницу, которая работает беспрерывно по лечению раненых людей, да, медики, это те люди, которые нет ни оружия, ни телетри. Я не понимаю, как ты должен пойти туда, попросить телефон, потому что там работает генератор. Либо же ты можешь использовать свою машину, если она разбита. Сейчас, секундочку, я с вами. Либо ты можешь использовать свою машину, если она разбита, как powerbank, да? То есть ты можешь от нее подзаряжать мобильный. Но таких возможностей все меньше и меньше тоже, на самом деле. То есть информационная блокада полная. Мне звонили некоторые люди, которые там вылезли из убежищ через 10 дней, звонили мне, как им выехать из города, куда, в какую сторону. Я понимаю по контексту беседы с ними, что они не знают ничего, что было за эти дни. Вот ничего. Соответственно, какой-то человек залазит на верхний этаж, читает какие-то новости, созванивается с людьми в других городах, выключает телефон, приходит вниз, рассказывает это соседям. Эти соседи, если они где-то выходят, рассказывают это тем людям, с которыми они встретились. Это все обрастает слухами. И в итоге доходит абсолютно искаженно до других людей. Вот в такой блокаде живут там люди. Как, живучи так, тримати себя в руках, підтримувати свой дух, зрештою, и верить в то, что мы переможем? Вы знаете, наверное, у каждого рецепт свой должен быть, да?
Я, опять же, как работник СМИ, я расскажу, что, на мой взгляд, помогло мне там выжить, не сойти с ума и вывести всю мою семью живыми, целыми. Да? Первый стержень, который должен в каждом человеке, это трезвое понимание, без тебя твоя семья просто не выживет. То есть первый стержень – это семья. Второй стержень, который был для меня, мы жили в многое... И как-то так вышло, что именно я начал подбадривать людей, да, я не до юмора, не до точек. Просто как-то своим спокойствием я настраивал людей на то, что мы выживем нормально, мы обязательно живы, мы отстроим свой город. А третий стержень, который поддерживает до сих пор, смотрите, вот я вчера первый раз с начала войны, я посчитал, сколько моих людей, именно работников телеканала живы на самом деле. Я точно знаю, что эти люди живы. Значит, из 89 работников по состоянию на вчера, включая меня, я точно знал, что живы 34. Из этих 34, 12 выехало. Вот. А с остальными я не знаю до сих пор. И вот меня держит этот стержень, я пытаюсь найти их через любые звонки, смс-ки, эти группы, чатики, еще где-то. Я пытаюсь их найти, потому что я обязательно их должен вывести, потому что, ну, смотрите, я такой странный руководитель, который всегда называет своих сотрудников иначе, как котики. То есть это все мои... Маленькие котики. И даже главный бухгалтер, 65-летняя женщина, котик. Вот. И я своих котиков обязательно вытащу. Мы обязательно телеканал «Маріупольське телевізіє». Дуже вам дякую за сьогоднішню нашу розмову. Дійсно, сподіваюся, що всі ваші співробітники будуть в безпеці вже в найближчий час. Дякую, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем, постійно хочу казати, гостем студії. Сьогодні на скайп-зв'язку разом з нами був Микола Осиченко, керівник Маріупольського телебачення. Дуже хочу вже наступну нашу розмову, це створити якийсь такий телеміст між нашими телеканалами, де ви будете у своїй студії, ми у своїй студії, і будемо говорити про те, як Маріуполь відроджується. Дякую вам, і на все добре, тримайтеся, все буде Україна. Дякую.